Мне тупо фрикильнул охранник. Молодец. Погнали в банк. Пацаны, в банке есть, пацаны. Давай, сойдем. Там маник, пацаны, там маник. Там... Да я сент пин, что там маник? Давайте сольем первого, потом вот этого охранника с пулеметом, потом сливаем вторых. Я лично пытался. Ну и почти всех. Так, что тут там? Котейка, ты тоже слился? Ну, еще одного. Я бью, пацаны. Nice. Еще вот эту дверь. Давайте еще банк ограбим. Угу, а что со спины стоит? Чё по урону? Сейчас я с ним договариваюсь, кстати, головой. Вот, иди сюда, смотри. Вот здесь тачка. Очень заманчиво. Чё, будем всех вливать? Подожди, а где кнопка на... Он чё, просто проб, что ли, зафигачил сюда? Блин, капец. Пацаны, я сейчас буду, походу, головой. Ага. Ну-ну. Чё, давай попробуем. Блин, фейдинг дур, вот знаешь, типа прям напротив, блин. Ну ты стой там, ты контроль тогда хотя бы. Стоп, а если ты меня подсадишь? Стой. А как ты машину-то оттуда вытащишь? Я там взломаю. Стой, все, не взламывай, не взламывай, не взламывай. Дурак! Здорово. Ну что ты делаешь? Ты шо? Я его убил, я его убил! Ты по мне стреляешь? Больно. Ты убил его? Ты убил его? Ты убил его? Алло. Если застреляешь, это фрикил будет. Лицом к стене. Раз. Ты вообще-то только что увидел его смерть, так что... Сорян, но посидеть. Так ты сейчас меня грабишь в оживленном месте, и плюс если ты меня даже убьешь, то это будет фрикил. Это нормально, как бы просто... Не разбирайся с ним долго. Если что, у меня демка пишет. Ну вон люди стоят, вон человек стоит на улице, посмотри, вон. Он не сюда смотрит. Он, это вообще никак не я не дебил, надо было сначала ломануть у тебя тачку. У оружие, я знаю. Всё. У тебя оружие. Ну ладно, стой там, хорошо, мы не против. Давай, забирай это. Блин. Отойди, просто чекай. Половина. Машину тут не забудь открыть, чтоб я села на ходу. Да, да. Садись. Закрывай. Ну, нормально так. А как они выходят дальше? Здорово. Это магия. Да тут она вообще неповоротливая, капец. Я в шоке. А как его... Я тебя удивлю так. Он ее сам, знаешь, поставил? Как? Я видел сам. Он, короче, брал вот эту вот херню и вот так вот держал ее. Ему друг завозил, он так вот держал с херню. Давай, может, это пробка локом. Ты сел? Ты сел? Нет, подожди, давай я проком. Да сядь, я выйду сейчас. Он сделал. Быстренько. Это чё? Ну всё. Чувак, а нормально тебе? Стой, а нормально тебе? Тебе нормально хода будет? Тебе нормально? Смотри. Понимаете, ты... я зашел сюда и вижу вас, я закрыл дверь. А ты закрыл проб, ты ФД закрой будешь, закрой во-первых. Закрой. Во-второй, стой. Сюда зайди, закрой дверь. Сюда зайди, закрой дверь. Смотри. А ты... Вот, ФД абуз. Я с тобой буду так общаться. Чувак, не стреляй нас, мы сейчас с ним разгарим. Мы а по нон-РП сейчас будем говорить. Какого фига? Ладно, ты... воруйте, давайте, уезжай, бичман, давай, уезжай. Ты понимаешь, мне сказали, что ты... Выезжай, чувак, выезжай. Как я выйду, если... Мне плевать, выезжай быстрее. Я здесь никак не выйду, потому что ты держал физганом вот этот левый проб. Сейчас, погоди, что-то его отдвину. Можешь отъехать? Заходим. Сейчас перестройка будет, все нормально. Посмотри. Вообще, он вещи так, вот идите.
Ярик водила. Стой, меня подожди. Они нам еще сломали гараж. Открой. 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 Быстрее. Давай, давай, быстрее. Закрыл, помчался. Все, давайте, езжайте. Угу. Здравствуйте. Ну нахуй, ну что? Давай воду, воду есть, чтобы он вернуть меня. Сейчас. Пацаны, спасибо за машину испорченную. Да, ну, оно само. О, полицейский. Что тебе надо? Там на крышу прохода нет. Там нету прохода на крышу. Ты глухой, что ли? Нет. Ты чё, нарываешься? Ты нарываешься? Пошёл вон отсюда. Товарищ полицейский, там какой-то человек с пулеметом. Товарищ полицейский, там на этажом выше человек с пулеметом. Где? Тихо. С пулеметом в этажом выше. Ну чё, добегался? Пацаны, не надо. Ты сдал меня копом, меня чуть не вычислили. Просто давай договоримся, но он же не пошел к тебе, пожалуйста. Ты меня давай хотел сдать. Давайте денег дам. Ты меня хотел сдать. Делай, что хочешь, не знаю, чтобы спасти. Тысяч дам. Давай. Я у чувака 10 тысяч сейчас. Он меня с копом сдал, я и копа убил. И он такой, ну чувак, ну не надо, не убивай, давайте 10к там. Так, раз, два. Да, я думаю, мы договорились. Еще раз увижу тебя, капец. О, там чувак бомжика прессует. В прямом. Ой, я бомжа, кажется, коснул. Случайно. Cover me while I reload. Ой, его убили, его бомж случил. А, в банке они только ломают, или что они делают? Пацаны, вы сломали уже двери? Или что? Ай-яй-яй-яй-яй, все самому делать надо. Ходи, ломай, лом. У меня с ногой немного проблемы. Я сейчас начну ограбление и убью их двоих, потому что они мне что-то как-то не нравятся. Как тебе идея? Вах? Что это он делает? Помоги мне, у него калаш, я не справлюсь один. У них у двоих калаши. Калаши? Да подожди, дай я разберусь, он к нам лезет. Ладно, пофиг. Давай. А я не смогу, я не могу в банк смотреть. Ладно. Вот эта фигня. 6к всего лишь. Да, пофиг. Что делать? А как, что ты делаешь? Просто бери, нажимай на Е. Нажимай на Е и все. Что происходит, уважаемые? Все, банк ограбили.
Ты чё, дебил? Ты чё делаешь? Откуда? Ты ж в дом зашёл. Ты там так жестко слепан? Ты там так жестко слепан? Я минус 3 сделал, просто. Так мне не дай. Стой, а может я замаскируюсь? Давай, погнали под полицию. Так, ну-ка, посмотрим, как она работает. Маскировка. Нажмите ЛКМ, чтобы замаскироваться. А у меня сейчас, кстати, нету. Там это! Свеп из выбора. Так, выбор. Полицейский. Я ФБРовцем буду. Как тебе такое, Илон Маск? Без випа, да? Там банк рейдит. Да, тут пусто. В смысле пусто? 120 секунд еще. Да, ты ч... да хватит! У меня был другой ник над тобой. Это ж вообще это топ. Так, здравствуйте, у вас... Что ты делаешь? Здравствуйте, не могли бы... Пожалуйста, можете назад пройти? Хорошо. Без проблем. Здравствуйте. Да, покажите, пожалуйста, каждый хорошо. Из вас документы и ваше удостоверение. И, пожалуйста, цель, зачем такие? Обыск. Обыск. Не обыск, а проверка, так сказать, не на нелегал, так как у нас есть подозрение, что на втором или третьем этаже нам так и не сообщили, на каком именно, ну, примерно на этих этажах, есть мини-принтеры. Я вам скажу, вот, если вы можете говорить про крышу, крыша у нас заблокирована. Так что... Да, заблокирован, конечно. Так, мне показалось. Два начальника полиции. Ой. Все, я вам верю, можете проходить. Хорошо. Блин, а в смысле, почему Ми палится? А ну-ка, погоди. А почему Ми палится? Куда ты? Ты куда исчез-то? Откройте дверь. Нет, ты чё, дебил? Это его хата. Откройте дверь. А, блин. Я вообще это. Нам не хотят открывать, и мэр не выдает розыск. Ордер. Это еще тот сраный мэр. Не волнуйтесь. С вашими квартирами все будет в порядке, не волнуйтесь. Если что-то будет не так, мы оплатим. Наверное. На всякий случай полицию вызову. Сейчас я заводил. Чё там? Ты чё? Ты ебобо, ты чё делаешь? Да. Ну, открыть-то надо. Давай быстрее. Он сказал, что он полицию вызовет. Чё, реально? Да. Так мы и есть полиция. Почти. Это знаешь, это то же самое, что я сейчас скажу. Давай, нужно быстро чекать абсолютно все двери. Я уже взломал, бери пулемет нафиг в руки. Здесь никого нет, идем дальше, идем выше. Идем выше. Ой, слушай, у нас проблема, сюда настоящий никто полиции пришел. В смысле? Здрасте, я ваш брат, да? Подожди. Это кто мне звонит? Кто звонит? Тихо. Слишком много людей топает. Там... А, это ты. Ты куда идешь-то? Давай сматываемся отсюда нафиг. Окей? Ну, открывай. Все у вас нормально, все хорошо. У вас там это, немножко мебель прострелена, но мне кажется, это вы там сами это все. До свидания. Пошли. У меня оружия нет, у меня дигл, который не стреляет, я могу копов им отвлекать. На. Хотя ладно, у меня, по-моему, клаж был. А, нету.
У меня донат есть, но я в тюрьме был, он у меня исчез. Но патрон даже есть, нихуя. В смысле? Это как? Чего? Как так? Дверь тобой закрываем. Как так-то? Как так-то? Алло. Алло, алло. Что? Да, я слышу. Все, давайте сразу все заспавним эти штуки. Да, да, да. О, мне... Тут 20 тысяч всего, ребята. Нет. Говорю сразу. У меня тобой... этот... КСС-контент тут 20 тысяч всего. Спавним, двое вытаскивают. Это 20 тысяч всего. У меня дверь это открыта почему-то. Какого фига ты КСС-контент не скачал? Ты чё вообще? Вот. Не, она иногда дверь багает на серии просто. 20 тысяч всего. Мало. Каждому получается сколько у нас тут. Я просто бегу, посмотрю пока шкаф, не могу. Да, да, да. Менты, менты бегут, менты бегут. Менты? В смысле? Эй, ты, это, что он здесь делает? А ну-ка. А ну-ка поклал, бля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все? Да. Все, уходим, уходим. Все, удачи тебе, братан. Спасибо за помощь. Если что, пишите, я это. Нормально. Конечно. Ой. Товарищ полицейский, а что сделать, если у меня розыск? Полицейский, подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Да подойди ко мне, видишь, у меня розыск. You better reload. А что делать, если я в розыске? Чего? Что делать, если я в розыске? Чувак, я в розыске. Что делать? Прижмите, пожалуйста, к стене. К стене прижмите, пожалуйста. Прям прижаться? Прям вот так жестко? Прям вот так, смотри, вот так, прям в лепешку? Лицом, лицом, повернитесь. Прям в лепешку. Прям в лепешку, вот так, раз. Прям в лепешку, да? Ну, вот так вот. Вот так вот, раз, да? Я ваши документы. Ну, ай-яй-яй, тебя кусает. Я Джеки Чан, не волнуйся. While I reload. Cover me while I reload. You better reload. Это ты? Господи, где мультик?